Москвы и выявляет творчески одаренных детей и молодых людей с инвалидностью. Также центр внедряет принципы инклюзии. Сегодня на площадке этого замечательного парка здоровые дети и дети с инвалидностью выступят на одной сцене, продемонстрировав всем вам, вам каждому, что границ для творчества и музыки просто не существует, друзья. У нас Анастасия Василенко готова? Хорошо, тогда как мы сделаем? Пока. Я еще вам расскажу информацию. Да-да, правильно. Мы рады видеть вас всех на церемонии открытия третьего ежегодного фестиваля гражданского общества «Добрые люди». Давайте поаплодируем этому факту. Открываем хороший фестиваль. Это третий фестиваль. Он путешествует по Москве. С каждым годом увеличивая свой масштаб, неизменным остается только одно. Наше общее с вами желание помочь и не быть равнодушным к проблемам людей. Здесь, в парке Горького, в одном из самых знакомых мест нашей столицы, фестиваль пробудет с вами 9 дней. За это время на 6 зонах, да, это такие вот шатры, вот это раз сзади вас зона, 2, там еще 4, 6 всего зон, на 6 зонах пройдет более 150 мастер-классов и активностей, а на главной сцене выступит более 120 артистов. Если вам интересно, кто же эти артисты, заходите в социальную группу ВКонтакте «Добрые люди». Да, можно по ссылке vk.com/фестиваль_ОПРФ. Заходите туда, непременно узнайте всю информацию, все расписание каждого артиста, найдете своего любимого. Вы пришли. Прекрасно, друзья! Также каждый вечер для гостей фестиваля будут проходить вечерние кинопоказы от Russia Today и Всемирного фонда дикой природы. А сейчас для вас, друзья, продемонстрировал, что все на нашем фестивале равны, все выступают в одинаковых условиях, все у нас вместе помогают, как добрые люди. Для вас выступает Анастасия Василенко. Под ваши аплодисменты громкие! Громче аплодисменты! Можно громче, громче, громче! Отдавите аплодисментами! Бодритесь немножко! Сегодня здесь, несмотря на такую погоду, здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И очень важно, что сегодня наш фестиваль, вот такой замечательный фестиваль «Добрые люди» продолжается. Я помню, когда мы встречались, и когда я сказала, что пусть это станет как традицией, на самом деле наверняка это и так и есть, и пусть этот фестиваль будет как традиция. Очень рада, что мы все сегодня здесь находимся. Несмотря на то, что холодно на улице, чувствуется потрясающая атмосфера, сплоченность. Огромное спасибо всем. И, конечно же, очень рада, что сегодня так получается, что Общественная палата Российской Федерации и Центр социокультурной реабилитации, вот такая вот произошла такая дружба потрясающая. Мы сегодня здесь с вами вместе. И спасибо вам огромное. И сейчас, конечно, каждый участник, каждый из нас, мы хотим подарить частицу своего сердца, своей души вам. И сейчас хочу пригласить моих маленьких потрясающих исполнителей, маленьких друзей, чтобы и подарить вам хотим песню. Лиза Вепринцева, Маша Митина и Кира Кузнецова. Я хочу пригласить этих потрясающих девочек на сцену. И я еще раз хочу сказать о том, что, знаете, в жизни разные бывают ситуации, но когда мы вместе, все получается, и нам легко, когда мы вместе. Давайте, деток, ближе ко мне, деток, ближе. Молодцы. Сюда, 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 сюда. Огромный мир раскрылся.
повсюду были, есть и будут. Так легко, когда мы вместе, как новые песни, что звучит в сердцах так чисто. С Общественной палатой Российской Федерации. Огромное спасибо Александру Фадееву за этот праздник. И спасибо вам всем. И сейчас хочу пригласить на эту сцену. Ой, спасибо, я вас тоже очень люблю, ребятушки, спасибо. Спасибо, мои родные. И сейчас, знаете, сегодня очень многое говорится о доброте, о том, что на самом деле очень много делается в нашей замечательной стране, в нашем городе. И, знаете, есть замечательный коллектив, ведь сегодня встреча друзей, ведь это добрый праздник, добрые люди, сегодня встреча друзей, и на самом деле к нам пришли мои замечательные опять друзья, потрясающие, театр «Бенесолька», и мы хотим вам сказать, что самое главное в жизни – это доброта, и ради этого нужно жить, нужно жить. Самое главное – это доброта, ради этого надо творить. Спасибо вам за ваше добро и тепло. Итак, театр «Бенесолька». Хочу пригласить я их сейчас на сцену. Когда свет потемкам дарит, чтобы озарить жизнь красотой. Мятежится на милосердии, а мы не выпадем. Никто из нас не будет смерти, а потому давно болит все жизнь. Мир держится на добрых людях, и на агрессии и след. И если доброты не будет, ничего не будет на земле. Мир держится на добрых людях, на агрессии и зле. И если доброты не будет, ничего не будет на земле. Кира Кузнецова и театр «Бенесолька». Я ваша покорная слуга. Спасибо!
Друзья, не уходите! Детишки, не уходите, оставайтесь с нами, болите немножко. Просто здесь чуть-чуть сюда, ближе друг другу ближе, да. Подходите друг к другу. Прекрасно, прекрасно. Друзья, хотел бы обратить ваше внимание, что последняя песня, исполненная Дианой Гурская вместе с коллективом, она особенная. Эта песня называется «Мир держится на добрых людях», и она написана на стихи члена Общественной палаты Российской Федерации Андрея Дмитриевича Дементьева, великого русского поэта, журналиста и общественника, день памяти которого мы отмечали несколько дней назад. Давайте немножечко поаплодируем, друзья. Наталья Борисовна, Валерий Александрович, спасибо вам огромное. На самом деле для нас, для людей с инвалидностью, очень важно, когда мы чувствуем, что рядом с нами добрые люди, когда мы чувствуем, как нас поддерживают и как нам помогают по жизни. И сегодня все эти люди, которые рядышком с нами, и это театр Домисолька, это Общественная палата Российской Федерации, это Центр социокультурной реабилитации, это, конечно, Валерий Александрович Фадеев, Наталья Борисовна Починок. Спасибо всем огромное за сегодняшний день. И спасибо вам за вашу поддержку. И, конечно же, наши замечательные, добрые люди. Спасибо! Ура, ура, друзья! Хотелось бы передать слово секретарю Общественной палаты Российской Федерации Валерию Александровичу Фадееву. Это фестиваль «Добрые люди». Спасибо, добрый день, уважаемые друзья. И мы помогаем. И тут десятки организаций благотворительных, которые и без нас прекрасно делают свою работу. И все, что можем мы, это в меру своих сил помочь этим прекрасным людям. Мы стараемся это делать, стараемся помогать. По всей стране стараемся помогать. И вот они сделают это, как сейчас модно говорить, не для пиара, не для какой-то гордости. Они делают, потому что считают это правильным. Они меняют атмосферу жизни. А жизнь-то у нас всякое бывает. Вот эти люди, может быть, главная сила, которая эту самую атмосферу жизни вокруг нас меняет в лучшую сторону. И огромное им за это спасибо, и мы будем стараться и дальше помогать им, вот так, как сейчас на этом фестивале. Спасибо вам, дорогие участники, за вашу работу. Спасибо вам, Александр Александрович. Мы бы хотели...